Но неожиданный гость портит идиллию. Это молодой слон в приступе гнева. Опытные старые слоны просто игнорируют своего сородича. У него муст, и в его теле неистово бушуют гормоны. Уровень гормонов повышается в 6 раз, и он начинает носиться вокруг. Из его височных желез выступает жидкость. Также постоянно капает моча, поэтому он испытывает обезвоживание и тревогу, находясь в состоянии возбуждения. В зависимости от возраста, муст может продолжаться месяцами. Этому слону не больше 30 лет, так что гормоны нормализуются через пару недель. Беспокойный и разгоряченный слон понемногу успокаивается, когда вода понижает температуру его тела. Слоны не потеют и могут перегреться на солнце.